Привет всем! Сегодня у нас монета 2 гривны, Украина. Она была введена в обращение 1 июня 2010 года. Это монета из серии «Выдающиеся личности Украины». Монет из этой серии было выпущено очень-очень много. И посвящена монета легендарному летчику Ивану Никитовичу Кожедубу, трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации. Монета выполнена из нейзильбера. Диаметр 31 мм, масса 12,8 грамма. Тираж монеты составляет 35 тысяч штук. Качество печати специальный uncirculated. На аверсе на блестящем фоне вверху полукругом размещена надпись «Национальный банк Украины» и «Малый герб Украины». Ниже слева указан год. И в самом низу стоимость 2 гривны. И логотип монетного двора Национального банка Украины. В середине монеты находится матовое изображение самолета советского истребителя Ла-7 под номером 27, на котором летал Кожедуб до самого конца войны, и лучи прожекторов. Ориентация монеты медальная, гурт рифленый. На реверсе на блестящем фоне находится матовое рельефное изображение портрета Ивана Кожедуба и летное поле с самолетом. Справа надпись «Иван Кожедуб» и даты 1920-1991. В завершении обзора скажу, что стоимость этой монеты сейчас на рынке составляет около $2,5 США. И если вам понравился обзор монеты, поддержите лайками, подписывайтесь, пишите комментарии. С вами был канал MyHobby. Всем удачи, до встречи в новых видео.